Так, начало маршрута. Заправка Санул. Перекресток Мигдаль. Все собираются, через 10-15 минут едем на трек. Первый километр по дороге. Наматываем. Вот озеро Кинерет справа. Дорога, конечно, не самая лучшая идея, но другого выхода нет. Никак нельзя попасть на маршрут, только по дороге. Счастливая, бодрая. Забрались на большую горку. Слышите, как нам было тяжело. Фух. Вот финики. Очень вкусная вещь. Вот вам Кинерет. Вы видели такую странную табличку? Казалось бы, странную. Привет! Нам передадут привет. Ну что ж, видно, ребята плохо знают английский. Давай, давай, лишнее вырежем, вперед! Какие бодрые ребята! Да, такой подъем на раз, вы чего? Ты камеру под углом держишь, под углом. Крупным планом новые клипсы Марика, пожалуйста. Как закажете? Марик, помедленнее педали крути, кадр не попал. Справа, смотри, я думаю о нем. Может, резанем напоследок? А, все еще бодренькие, уже хотят резать. Путь не усеян розами. Как видите, есть такие тяжелые, рыхлистые подъемы по рыхлой почве. Ну, и способ преодоления только один. Пашка пытается и вторым способом преодолеть. Ну, посмотрим. 11 байкеров пробуют забраться на одну нижнюю. Выходной свой день, вместо того, чтобы спать в теплой постели. Выехали на такую холодину, дождь может быть любую минуту. И прут какую-то гору непонятную. Зачем это нужно? Эх! Сумасшедший народ. Сумасшедший. Нас не поймут. Ну, ребята, сниматься будем или нет? Ребятки, чуть-чуть левее ту. Животы не влазят. Убрали животы и сделали морду лица. Животы втянули. Морду лица серьезную. У кого есть? Может, лучше на штатив поставим? Загон для скота. Последний закрывают. И продолжаем путь. Вольное катание. Но маршрута стараемся придерживаться. Хотя часть группы немножко отошла от маршрута, но мы сейчас должны будем двигаться. Сюда, на меня. Я сегодня... Я нельзя подкрутить. Они с ладони. А? Мы настигли... Вернее, нас настигла основная группа. Или мы их настигли. Сейчас уже трудно сказать. Это Пашка намекает на себя. Я слез один раз, потому что отдельно мокрая была. Правда, я просто провалился. Провалился? Да, очень неудобно. Не-не, тут забор. Вам объезжать надо? Едьте прямо туда. Тут забор. Я забор. На нафту, я уже прямо. Не надо. Два забора. Подожди 2 минутки, да? Сейчас я подъеду. Фу, ты же увидел. Ну а где он сейчас? Там же. А, остался на Денис Миняшко? На телефон отвечает. А я думал, остался на Денис Миняшко. Может быть. Угу. Мы же на гребне стоим. Марик прикладывает последние силы и бодро пока еще крутит педали. Мне кажется, вот в этом озере не хватает воды. Воды, надо скачать воды, его хоть пятого не хватало. А мы вы легких путей не ищете. Конечно, мы ехали по Швелесрей. Хрен знает, каким грязьем.
Ну, Лёня, сделай вид, что легко. Да. Ну мы там не первые. Ну уже одно дерево проехали. А вон тот спит, да? Это вот та брыха, которая в описании написана. Кстати, мы, в отличие от вас, ехали четко по треку. Игорь был даже удивлен, насколько четко. Я сказал, что это редчайший случай. Редчайший случай. Игорь, я предлагаю сдаться. Да, они мне тоже нравятся. Да, это другое совсем. Наша цель вот то дерево. Это... Сейчас один раз сейчас теперь зум сделаем. Так, мы на горе Арбель. Самая вершина. Тут видовая площадка, сейчас все покажем. Фотограф, Игорь. Ну, фотографу. Да. Сейчас еще раз. Маршрут наш называется. Малик окрестил маршрут дружбы и согласия, по-моему. Так это было. Вначале было раздора. Да. Мы с Карманом молчим о всех вариантах придумали. Давайте туда, я вас сфоткаю. Дорвались, ребята. Тут действительно красиво, посмотрите сами. Тут сказали, винтовку взял бы, я щелкнул. У нас есть самоубийцы. Саня, секунду, у тебя на фотографии? Блядь, ты что тут чего? Ну так давай, говорю, быстрее поэтому. Я сфоткал, а я смотрю. В полете будем снимать. Подожди, а как летать, где? Пошли чай пить, хватит. Ну дайте мне, вон Сашка. На камень. А что, программе чай? Аккуратно, сейчас загнался. А дай файбер готовить. А вон оттуда, наверное. Вот вид с высоты, с вершины горы Арбель. Сейчас мы здесь будем делать привал. Смотрите, как тут красиво. Сзади озеро Кеннерет вдалеке. С минарета мы слышим мула, у них молитва. А у нас свои дела. Часть детства, часть разрытки. Их скрывали, убежище были во время войны. Евреи сюда убегали от римлян от всех. 2000 лет назад. Вы знаете об этом? Они в этих, да, было хорошо. Ребята, сейчас быстренько пока делаю чайничек. А? Это я в камеру. Йофи, так. Подожди, но... Речь только... Да, получается, совсем маленький. Прекрасным видом. Еще не сильно уставший. Но уже хорошенький. У кого кое-кого уже были мысли поехать назад. Я больше. Но мы еще повоюем. Давайте заходим вот в это слово. Согласие и дружбы. Мы еще добавим маршрут выносливости и терпимость. И чаю. И чаю. Поближе, пак. Класс. Обеденная суета. Очередь за едой. Все голодные, разумеется. Кипит чайничек, как положено. Сейчас будем пить чай. Думаете, один ошибаетесь. Невкусно, ребята. Хватит, что ли? Не-не, больше, ты что? Больше? Не надо кушать. Совсем никакой. Еще один. Думаете, два? Ошибаетесь. Есть еще один. Вкусно. Коронное блюдо нашего стола. Курица. Курица. Вы что думали, что у нас тут только энергетические батончики? Должна была быть сверху, утка. Игорек, сверху сними, залезь вот туда вот наверх. Утка с яблоком. Энергетические батончики никто даже уже не ест. Да, ты же по сравнению. Сейчас и сверху снимем, и снизу. Снимаете? Снимаем. Ничего себе курица. Причем крупным планом, Марик. Да. А как ты ее будешь кушать, все будут вообще облизывать. А еще вот.
Я как специалист по курице могу сказать. Все это привезено на велосипедах, можете поверить. Я не знаю, насколько она хорошая, но... Дайте рубашку, а? Куда не спрятать курицу? А, ну она была? Ну нет. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Да, огурец испорченный. Я не советую никому ее. Огурец испорченный, да? Да, у тебя GPS терпит. В этой горе видите многочисленные пещеры. Очень красиво. Отвесная скала. А недалеко она тут? Где бы мы ни находились по этому маршруту, нас сопровождают виды на озеро Кинерет. О, пошли привычные разговоры. Кто чего, голову в бане. А то через гугли вас будет смотреть весь мир. Ну, учитывая, что не все понимают по-русски, ну, допустим, 15%. Ну, уже на гугл будешь ставить, уже не на сервер? Нет, на сервер и на гугл, я это делаю одновременно. Что значит уже? Ты уже там звезда интернета давно. А я и не знаю до сих пор. А ты чего? А как они? Все знают, но не знают. Скажу, ну по-русски до хрена народу сегодня, понимаешь? Позади подъем. Не очень крутой, но продолжительный. Сейчас нам еще немножко усилий. И мы будем на максимальной точке маршрута. В следующий раз все равно такой на футбол будут такие баллончики. Я был когда-то на рюкзаке. Я что-то не вижу большого изменения внешнего вида. На перегонки с джипами. Ну, кто еще может сюда поехать? Только велосипедисты и джипари. Вот сейчас мы быстренько залезем на эту гору. Быстренько перекусим. И быстренько спустимся вниз. Все будет хорошо. Так, последние усилия, что придает нам силы. Последние 300-400 метров подъем. Жалко, вообще интересно было посмотреть на это сегодня все. Никто не будет спорить, что красиво. Сейчас меня будут бить, наверное, но вы будете свидетели. Не за лужу, а за то, что мы забрались на этот спид. Да, вид хороший, но не у всех были силы туда залезть. Не думаю. Чего-то я такое судорогу забыл после такого спуска. Это зверинчик подействовал. А сейчас мы сделаем вот такой спуск, чтобы страшнее было.
красивейший спуск в ущелье реки Нахаль. Не помню, какое название, потом посмотрим. Ребята воспрянули духом, начали спуски. Интересно, быстро, красиво. Мы спустились вот с этой горы. А это что? Вот оттуда. Вот где тут крутой спуск, о котором ты говорил? Ну, ё-ма. Поехали. Не, будет еще один. Должен быть еще один. По-моему, нельзя назвать. Вода еще должна была. Продолжаем наш путь. Была? Ты не заметил? Это возле той рытвины, которая вела в пропасть. Там была вода. После манара онкологии, после того вот, когда мы... Конечно нет, возвращайтесь, ребят. Преодоление водных преград. Запросто. А кто-то нашел более культурный способ преодолеть. Ну что ж, имеет право такой способ быть. Важен результат. Приличные герои всегда идут в обход. И отстающие. Преодоление очередного водного препятствия. Никто не хочет мочить ноги. Отсюда вот это получается так неуклюже. Кто изберет какой способ? А ну-ка интересно. Потом выберем лучший конкурсом. Победитель получит приз. Шоколадку энергетическую. Улыбочку. Давай, Пашка, давай, не теряй это килобайты мегапиксели, ну. О, какой крутой Пашка, смотри. Непроверенному дну. Игорем непроверенному. Никем. Потихонечку. Да. Забрызгать же можно. Следующий. Ты глаза закрой, будет хорошо. Смотри, ты не для камеры. Это была непереводимая игра слов. Я опираюсь на него, во-первых. И во-вторых, чтобы вам посмотреть, как проходить. Реально ли проехать? Ага. Куда нам дальше? По говнам? По говнам, как обычно. Последние 4 километра, даже меньше.
Вы слышите, как журчит ручеек и такие вот красивенькие цветочки. Просто идиллия. Мы были на этой вершине и снимали с нее. Очень красиво. Много пещер. Мы на том же самом месте, что были с утра. Вставшие довольные, мы завершили маршрут. Маршрут был чудесный, по общему мнению. Сейчас нас ожидает виски, большая закуска, шаурма. Все как положено после такого маршрута. Последний не приготовлен, а завершение. Завершительный этап. Каждый занят своим завершительным делом. Слушай, мы столько не выпьем. Маренька! У нас здесь есть более серьезная причина, ребята. Не, а Давида велосипеда мы не обмыли? Еще никак. Давида велосипеда. Ну, а самое главное, что у нас Паша, есть именинник. Паша, нету именинника. Ну иди сюда. Паша именинник. Так, ну выливай. Ты может это, дай кому-то камеру, потому как это... Не надо, не надо, уже все. Осталось 11 секунд видео, и мы завершаем это. Пашка, будь здоров, вот.